перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребята. И сегодня мы будем продолжать играть в растения против зомби, ребятки. Ну что ж, давайте, собственно, приступим. Но перед этим хочу вам сказать, давайте сначала лучше перейдем, посмотрим, что у нас там по растениям. Так, ребяточки, забираем нашу пукалку. Бомбу-вонючку мы с вами обновили до новой версии. И это, ребяточки, я хочу вам сказать, просто замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте возвращаться в лобби. И здесь у нас в лобби что творится. Давайте с вами, собственно, и посмотрим. Так, ребята. Давайте, а какой у нас уровень-то? А, нет, у нас 11 уровень, да? Да, ребяточки, давайте 11 уровень включать и погнали. Хорошо, выбираем, выбираем. Так, ребята, я вижу кучу зомбиков, как замороженных, так и обычных. И это просто реальный зашквар. А вот этого нельзя удалить. Отсюда убрать, нет? И вот этого даже нельзя убрать. Ребятки, мы можем, получается, только обновить... Обновить. И... А что же, ребятки, мы поставим сюда? Я даже и не знаю. Мне остается, ребята, только поставить сюда. Так, это мы можем открыть за деньги, да, только это. Так, ребяточки, что ж, давайте выберем, конечно же, это. Тут мы можем открыть за 2000 рена, но у нас даже 2000 рена, ребятки, нет. Дополнительное место, чтобы купить. Ладно, дорогие друзья, погнали, попробуем пройти этот путь, если сумеем, дорогие друзья. Потому что очень сложно будет нам играть сегодня. Так, ребяточки, ну что ж, зомбики пошли. Нам нужно защищать оборону, так сказать. Правда, я не знаю, ребятки, зачем нужны... Правда, не знаю, зачем нужны вот эти грибы, что они дают мне. Так, 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 сюда ставим. Ребятки, а кто ее замораживает там-то? Так, ребяточки, пока все идет по плану. Бомбы-вонючки в действительности работают, и это просто замечательно, дорогие друзья. Так, а где брокколи-то? Брокколи нету, чтобы она нас убивала. Ага, все, ребята, все, все, я понял. Ребята, ну что, я вам хочу сказать, что у нас 4 волны зомби будет здесь, в этом уровне, так что нам надо, ребятки, постараться защитить наше лобби от этих злых и нехороших зомбиков. Так, давайте вот так вот, а по периметру будем сыпать вот эти штуки. Так, ну что ж, дорогие друзья, зомбики идут, и даже вон какой-то зомбик летит, посмотрите, на чем-то. А для того, чтобы его уничтожить, дорогие друзья, мне надо, наверное, поставить вот такую штучку лучше. Верно? Пускай он стреляет в нее. Так. Я думаю, да. Так, отличненько, ребятки. Отличненько. О-ха-ха! Птичка съела, ребятки, бомбу-вонючку. И сразу же погибла. Отлично. Это совсем то, что мне нужно. Так, отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Я так думаю. Так, ребяточки, сейчас будет уже вторая волна зомби, а у меня до сих пор нету этого. Скажите мне, пожалуйста. У меня до сих пор нету нормальной обороны. Ребята, я могу проиграть, а это не есть хорошо, дорогие друзья. Thank you.
Так, ребят, вы только посмотрите, идет куча зомбиков, ребята, вот это да, все, мне хана. Идет реально куча зомбиков огромная, и мне сейчас просто-напросто не поздоровится. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, вы только посмотрите, сколько их. Сколько этих зомби злых здесь, как их много. Я не знаю, что мне делать, ребята. Так, быстрее давай грузись. Быстрее давай, быстрее, быстрее, быстрее. Так, ну куда это, сюда поставим, что ли? Ого, ребята, вы видели, как прикольно я их отгомселил. Так, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что игра продолжается, и это просто замечательно. Так, игра, ребятки, идет. О, забираем вот такую вот штучку, она нам пригодится. Так, вот давайте разморозим лучше эту штучку. Так, отлично, бомбы-вонючки у нас еще по периметру, ребяточки, остались. И это просто замечательно. Так, отличненько, все просто круто, ребят. Так, давайте забирать солнышки. Так, 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 стойте, 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 ребяточки. Мне же теперь... О, вот такую я еще штучку нашел. А она мне даст что? Она мне даст возможность убить вот этих зомби. Всех, которые по периметру разброшены, ребятки. Так, ребятки, предпоследняя волна зомби, и я очень волнуюсь, потому что это в действительности очень серьезно, дорогие друзья. Надо размораживать наших друзей. Потому что я уже, ребятки, замерз на полную катушку. Так, дорогие друзья, ну что, давайте как-нибудь выходить из положения для того, чтобы пройти этот уровень. В натуре очень действительно, ребятки, тяжело. Кто проходил, тот знает и знает, с какими трудностями, ребятки, приходится здесь сталкиваться. Так, дорогие друзья, давайте, наверное, с вами разморозим вот эту штучку. Поставим, наверное, новый вот такой вот пулеметик здесь. И, наверное, давайте горохострел включим на полную катушку, пускай убьет хоть немножко кого-то. Ребята, все, зомби пришли, и они напали на нашу, так сказать, ребятки, коммуну. Все, дорогие друзья, все, они меня сейчас полностью съедят, ребята. Они меня сейчас съедят. Что же делать, ребятки? Быстрее давай грузись, быстрее, 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 быстрее. Ребятки, сейчас уже будет предпоследняя волна. Предпоследняя волна будет. И надо что-то быстренько придумать по этому поводу. Так, ребяточки, вроде бы все идет по плану пока что. Так, ребята, тут вот идет... Ага, вижу, вижу, заморозили. Опять вижу. Ого, сколько зомби, ребят. Я не ожидал, что их столько будет много. А что же мне делать? Реально, ребята, вы не подскажете мне? Это реально все, ребятки, это все. Сейчас этот съезд, давайте хоть поставим туда вот такую штуку, которая откинет его на время хотя бы, ребят. Ну реально. Так, дорогие друзья, сейчас уже будет последняя волна зомби, нам нужно отбивать свои атаки. Так, давайте поставим сюда, наверное, вот такую вот штуку. Второй пулемет. В бой. Второй пулемет тоже, ребяточки, пошел в бой. И это просто замечательно. Ребята, ну не хватает совсем буквально немножко. Совсем буквально немножко не хватает, ребятки, выиграть. Я выиграю, а не проиграю. Совсем чуть-чуть, реально. Потому что бой довольно-таки сложный. Очень сложный. Так, вот эту птичку надо как-то уничтожить, дорогие друзья.
Так, и вот этих всех остальных зомбиков, которые мне, ребятки, совсем абсолютно не нравятся. Так, ребятки, зомби идут, я уже это заметил на последней секунде. Давайте, ребятки, осталось совсем немножко, осталось уничтожить вот этих злых и нехороших зомбиков, самых последних. Вот они, ребятки, если вам видно, вот они, посмотрите. И вот два здесь, ребята. Давай, давай, там бомба-вонючка должна сработать. А, у меня не хватает солнышек, ребята, срочно нужны солнышки. Все, вторая бомба-вонючка сейчас срабатывает. И третья у нас становится здесь. Удар, отлично, дорогие друзья. Так, давайте, наверное, разморозим, что ли, кого-то. Хоть немножко. Так, этих осталось, ребятки, три зомбика, и мы с вами прошли... Наконец-то этот эпизод, который очень довольно-таки тяжелый, ребята. Реально, очень тяжело. Так, 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 так. Отличненько, ребятки, осталось два зомбика, которых нам нужно уничтожить. Так, этого сюда, а этого вонючку сюда. Давай, 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 ребятки, реально, нам, если бы не бомбы-вонючки, дорогие друзья, мы бы с вами абсолютно ничего бы не смогли бы придумать и проиграли бы. А таким образом, ребятки, мы еще с вами и прошли этот уровень. И это просто, дорогие друзья, круто! Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Давайте пойдем, наверное, лучше в сад. Посадим все, что нам нужно. Мы уже, наверное, дошли с вами очень далеко. Так. Так, что у нас здесь, ребятки? Следующий уровень у нас идет вон. 12-й, ребята, это был 11-й уровень. Так, теперь у нас будет 12-й уровень. Так, дорогие друзья, давайте пойдем в сад, посмотрим, что нас здесь ждет. И что нас здесь ждет, ребятки? Опять мы что-то садим. А что это? А, ребятки, давайте польем. Это бомба, ребятки, которая садится в землю. Все, дорогие друзья, через 7 часов и 29 минут она будет у нас готова до апгрейда. Так, ну что ж, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, что этот эпизод на канале Вечное Детство подходит к концу. Обязательно подпишись, дорогой друг, если ты еще не подписан, нажми на клоуна и подпишись, чтобы не пропускать мои видосики новые на моем канале. Все, дорогие друзья, с вами был, как всегда, Юра, вы были на канале Вечное Детство, ребятки, пока-пока.